браки заключаются на небесах. Мы видим, что и ваш союз также не случается. Сегодня вас благословляют небеса и, конечно же, ваши родители. Пусть этот хлеб будет вечной благодарностью вашим родителям. Отныне вы будете добывать свой хлеб сами. А сегодня последний раз вы попробуйте родительского крова. И сейчас, друзья, по старой доброй славянской традиции мы все с вами вместе определим, кто же будет главным хозяином в доме наших молодых. Вы можете приступать. Если получится, можно даже без рук. Давайте подружные аплодисменты. Молодые, приступаем. Смелее. Оп. Подружные аплодисменты, друзья ваши, конечно же. Давай. И угостите друг друга. Конечно же, при этом макнув соль. Пожалуйста. Сейчас можно руками. Листок отрубай и набирай соль. Покруче солью. Официант ложку подать. Андрей, помоги. Давай, так, я послал. О, чувствую, да. Макись, соль, жених тоже. Набирай. Друзья, под ваши продолжительные аплодисменты. Я сейчас даю возможность нашим уважаемым родителям сказать несколько слов в адрес нашей прекрасной пары. Пожалуйста, родители. Как мы рады ждать этого дня. Мы поздравляем вас. Иди сюда. Поздравляем с хорошей датой, с хорошим событием. Я думаю, что все гости тоже этого ждут. Желаем, чтобы это было... Аплодисменты, друзья, пожалуйста. Мы тоже от своего имени хотим поздравить вас с этим замечательным днем вашей жизни. Пожелать вам всего самого наилучшего. Здоровья друг друга, счастья. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. И пусть ваша семья будет крепкой и счастливой. Ваши аплодисменты. Женой, хранительницей домашнего очага. Ну, а тебе, жених, нужно быть в ответе за мир, благополучие и за достаток вашей семьи. Возьмитесь крепко за руки, и, друзья, мы вас всех приглашаем в наш торжественный свадебный зал!